что делать, когда тебя требуют за одну минуту выпустить максимальное количество колец? Когда нет времени закапываться, а обычных вакуумных баков не хватает, преимущество RDTA становится явным и очевидным. Об этом подумали и Вигат при создании своего нового атомайзера. Господа трюкачи продемонстрировали, как нужно продавать товар дороже. Рецепт прост. Делаем небольшую инновацию, добавляем неплохой дизайн и дарим небольшой чехол для мелочевки. В общем, оправдываем цену комплектации, которая тут и вправду неплоха. Однако, в первую очередь, потребители покупают именно бак. Продукция Вигат просто обязана быть красивой. TrickTank Pro RDTA это доказывает. Особенно сочно смотрится черная тонированная версия бака, которой до полной крутости не хватает лишь мигалки. За большое количество пары и вкуса отвечает нижний нерегулируемый обдув. При этом не нужно сразу же думать о том, что это Кеннеди с баком. Для этого TrickTank не хватает сферической обработки купола. Сама база имеет довольно привычные Velocity стойки с плоскими винтами, которые нельзя назвать очень надежными. За время тестирования одна из шляпок существенно деформировалась. И если вы думаете, что на этом проблемы заканчиваются, то вы ошибаетесь. Ведь снять стекло для укладки ваты на дно так просто не получится. Бак придется разбирать полностью. Но в принципе это делать не нужно, и хватает лишь немного опустить вату. В процессе парения вы сами невольно наклоняете бак, смачивая при этом хлопок. И если с этим всем можно мириться из-за действительно крутого вкуса, то проблема с заправкой заставляет краснеть от злости. Мы не знаем, кто сказал Вигат, что резиновое отверстие для заправки — это круто. В действительности пользоваться им просто отвратительно. С пипетки залить жидкость в бак можно, но при этом часть останется вокруг заправочного кольца. А если вы будете сильно жать на флакон с тонким носиком, то часть жидкости будет просачиваться на базу. И это при том, что бак еще полностью не заправлен, поэтому рекомендуем заливать жидкость медленно. Кстати, если вы до сих пор не поняли, то флаконами с твисткэпами вы пользоваться не сможете. После каждой заправки вам придется вытирать бак, а довести черную версию до идеально сухого состояния, как из коробки, будет довольно непросто. И тут вы уже, наверное, начинаете невольно задумываться о смысле покупки TrickTank Pro. Да, он действительно круто выглядит, и взрослым людям будет не стыдно его использовать, в отличие от тех же оляпистых RDTA от Limitless. Более того, он обладает потрясающим вкусом и количеством пара, что свойственно для нижнего обдува. Но захотите ли вы постоянно носить с собой тряпочки и мириться с минусами бака, решать вам. Мы благодарим Вигат за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.